Всем трямо доброго времени суток. Это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Да уж, куда же без пятигушка. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate. Напоминаю, напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Сварту, он знает за что. Ссылка на донат в описании под видео. Так, продолжаем? Продолжаем. Так, ну что, пойдемте. Я, кажется, куда я хотел? Так. Кошель. Я хотел... Так, вот этот дом, да? Да, давайте. Сейчас на меня никто опять не кинется. То надоели уже. Так. Подожди, или... Нет, это я не тут был. Да, этот дом мы пока не трогаем. Так, вот тут мы были, да? О, газета «Балдурский вестник». Пояс Балдурана. Как пояс? Тут весь Балдуран. Статуя изображает Балдурана, основатель города, вечно глядящего в море. Что-то мне подсказывает, что раньше этого дома не было. Тут что-то Балдурану. Ну ладно. Хорошо, что я дверь открыл. Так бы он вообще так в стенку дом смотрел. Да. Так, ну что, пошли. Куда пошли? Леди... Ой! А я тебя знаю. Моя свекровь, почтенная леди Уитберн, никогда не бывает в Нижнем городе. Я рада, что мне такой снобизм совершенно чужд. Чужд. Лорд Уитберн. Доброго дня, что может быть прекраснее, чем проматывать богатое наследство? Хотя вам это точно вряд ли знакомо. А твое наследство это сколько? О! Эй, стой! О, глядите, сегодняшняя звезда, остальные небось думают, что у тебя из гузна солнце светит, но мне плевать, за газету 2, как всегда. Ты что такой сердитый? Да папаша мой дурно заставляет мне эти газеты хреново продавать, вам надо. Давай. Держи, героичек, только смотри, чтобы голову не сгрузила слава, а то корона упадет. Забавный пацан. Чё? Да блин. Бутик многолику. О, рунный круг еще один. А, отлично. Так, ну туда мы еще. А, ну это. Нет, это другая сторона. Подожди. Я так понимаю, вот здесь у нас. Бутик. Бутик. Почему цель? Пять цель. Черт. Напасть, что ли, на него? Раз пошла такая пьянка. Ну, мы с ним посрались, судя по всему, окончательно, бесповоротно. Блин. Да. А это что такое? Давайте. Может, не надо было его скидывать. Хотя, с другой стороны, хрен ли нет-то. Пошли, развалим, ублюдка. Ого! А чё это у вас так много? Ну ладно. Что поделать? Так. Вот тут мирняк стоит, это, конечно, не очень хорошо, ну. Ну ладно. Что поделать, действительно. Соляви. Так. Где там бомба? Да я чё, я ничего. Fuck yes. Fuck yes, да. Ты долетаешь? Ты долетаешь, да? Можешь заряд ярости использовать? Мне кажется, они сейчас ее атаковать будут только в путь, да? Чё бы и нет. Мозг. Он здесь. Не подходит.
подходи к воротам. В смысле? Стоп, стоп, куда? Что? Эй! Чего? Куда? Эй! Какого хера? Что произошло? Почему мне у... Блять, вы что, угораете? Он мне просто... Из-за этого пиз... Блять. Ну охереть. Они... Он мне просто пропустил ход своим пиздежом, блин. Ну ты, бля, хамуха, ну ты мудак. Ты чё сделал-то, а? А, подожди, или что? Потом отдохнем тогда. Да никто не по... Понятно. Короче, надо дать им выйти оттуда. Иначе хрен лысого тут что получится. В общем, ситуация огонь, да? Давай тогда на карлах всех сагрим. Пусть они на нее все рыпнутся и выйдут оттуда. Бомбой обойдемся, да? Давайте. Шипастый клубень. Где у нас тут? Что у нас тут есть веселого? О! А, стопэ! Тут же, не, блин, эти нейтральчики стоят. Зараза. Давайте тогда. Тогда главное их не зацепить, да? Угу. Не подходи, говорит, к воротам, иначе он вас поработит. Ну, охренительно, блин. В смысле? А почему на них вообще никак это не повлияло? Ближе, бандерлоги, ближе. Критически, чё? Главное, не подходят, сволочи, а? Стоят на мосту, блин, дальше не идут, твари. А, ну вот сейчас вот нормально, еще более или менее. Сколько у вас здесь, блин? Уф. Ну все. Угу. Ты-то что тут делаешь, Винни пресновод, блин?
балбесина. Так, ладно. Куда, блин, стоять? Дебилы! Черт! Бляха-муха, уйди! Уйди! Ой, балбес, а? Зараза! Как? А, он еще и не ходит. Ну, заш... Ну, да, да, конечно, ну да, действительно. Зачем ему ходить-то? Вот ну... Ну как так-то, а, чувак? Ну что... Так, убери. А, дед у нас есть бомба, что ли? А, у этого и бомб нет. Ну, вообще зашибись меня. Нет, ну цель слишком далеко, замечательно, а чё ты? Забавно. Так, Карлах. Отдай тогда. Да. Карлах! Отдай. Одну бомбу разделить. Сюда. Метнуть ты сможешь? Чудо в перьях. Теоретически сможет. Должен смочь. Все прошли испытания. Ну класс, блин. Вообще все. Так. Оружиедом пройти испытание. Использовать, что ли? Давайте. Stranger things have happened in Baldur's Gate as well, I'm saying. I think I made the right decision. Can't you feel it? Stay away from the gate. Чё он говорит? Не подходи к воротам, ладно. К воротам подходить не буду. It's like a tingle in my spine, I can't shake. You sure it's not a trapped nerve? Блин, вот, конечно, вот стоят. Ну чего ты стоишь, тут и крутишься, а? Она погибнет, да? Ну да, она погибнет. Ай, дура, блин! Забыл, надо было влететь сначала. А чё все пропускают ход, я не понимаю. Почему меня никто не стартует? Что за хрень? Старион что тут? На своих что ли попал? Самое противное в этой ситуации, что ты реально не можешь никакую бомбу, ничего, потому что тут куча гражданских, которые стоят и никуда сволочи не уходят, блин.
Куда ты полез, сука? Ну все попадают, а. Как же вас много-то, а? Как же вас тут много, ребята. Но. В кого я целюсь? Очень мало наношу, да? Ты еще и промахнулся, ну вообще красавчик. Так, ладно, ты стой здесь. Ты пак, подожди. Так. Может, молнии проложить? Пятого ранга. И стоят, звездят рядом, блин. Ну, значит, сдохну, что я могу сказать. Ну а хер ли делать-то? Ебай, Карлах, цепляй, не цепляй. Как неудобно, а. Ай, да... Да что ты так медленно-то двигаешься, эй, ну! Так, стоять. А, вон что. Да как ты неудачно стоишь-то, придурок, а? Ёперный карась, блин. Прям вот... я тут тоже зацепил. Хе-хе. Не планировал, ну ладно. Блин. А Карлах, надо выходить отсюда, да? Хотя с другой стороны. Может, хоть выживет, блин. Обидно. Охренеть, он работает. А что с тобой? Класс, а нахер ты не нужен такой красивый. Уф, так. Чего? Какое сохранение? Почему сохранение вдруг прошло?
Карлах пострадает, увы. Увы, Карлах пострадает. Тут ничего не попишешь. Вот это правильно. Вот это молодец. Ага, и сейчас все повыскакивают, да? Ах, ты ж вылез. Так, нам на мост нельзя, да? Че? В смысле? В смысле? Почему? Ну, в замедлении, чё? Действие не может. Куда-нибудь туда метнуть большую бабаху. Большая бабаха туда особо не метается, да? В смысле? Почему? До этого хоть до кого достаем? До этого достаем. Ну, то, значит, и хана придет сейчас. Ибо нифиг. Прям ни до кого, ни до кого не достаем. Ну, хотя бы псионическая отдача прошла. Так. О! Так, айда поближе. Подходим, подходим. Умники. Мне к вам на мост нельзя. Так. Нет. Давай, давай. Чего? В смысле? А ты чего? Не понял. А, ты тоже под замедлением? Ёп. Да идите вы в жопу, блин, а!
Я-то думаю, что такое? Пипец, блин. Хотя, кстати, где у меня тут этот шандарах-то? Не вижу, потерял. Он, наверное, не подсвечен, да? Скорее всего, по прямой, да? Давайте свиток потратим, чё. У меня их много. Так, это в лагерь. Флакон с маслом. Да, пусть тут пока лежит. Так, открыть, открыть. Деньги тут у меня. Свитки-то лучей света. Вон их 20 штук. Да вообще охрененно. Ай, блин, забыл. Это что же концентрация-то? Тьфу, ебану мать. Вот. Ну ладно. В принципе, эта штука себя уже оправдала более или менее. Что, я тебя метнуть не могу? Нет, метнуть не могу. Этот вышел. Ну круто, конечно. Ага, и это вышло. Все, все повылазили. Ты, значит, у нас целительница, да? Ну прощай, целительница. И меткий кулак. Господи, наконец-то на кого-то он сработал. А, я вообще ее бонусами пользоваться не могу. А, жесть какая, какой кошмар, блин. Просто взял эту хрень с как его там ударами и вообще не могу их использовать. Как? Ай, какой кошмар. Потому что вот сейчас вот он отравленный лежит, казалось бы, да, карлах, еще раз врезать. А толку? А что, не попадаешь, что ли? Или что там? А ты где вообще? А, вон. Отсюда попасть не можешь. Ай, да стой там, блядь. Чё, прям перекрыт? Так, поугараем немножко. Уходи. Кто сейчас? А? Ну да, с этой концентрацией гораздо удобнее все-таки. Что делать будешь? Понятно. Your violence is drawing the wrong kind of attention.
actions are pushing tempers to. А при чем тут Shadow Heart? Понятно. То, что это же Джин. Это же его тема. Да-да-да. Ой, ты чё? Это же его тема с обездвиживанием. Вот она и согрелась. Так. Ну чё? Перекуров нету, Карлах. Заряды ярости ушли. Может отдыхать? Пару мы в итоге в дом так и не попали. Ну да. Так. А, ну этих козлов еще и обыскивать нельзя, да? If a steel watch couldn't protect Lord Gortash, hoped the foundry would pack up now Gortash is done for. No such luck. Есть что? Ты что хочешь пройти? Я полдня тут ждал, на шаг не приблизился. Я все сдался. Я стал лучше с остальными, потом вдруг понял, что это неправильно. Все, говорит, не так. И все не так, и все не то. Дальше. Ага. Ну понятно, да? Ну, я так понимаю, что мне сейчас не дадут спокойно эти обобрать трупаки, да? Или дадут? Да хз. Может и дадут, может и не дадут. Давайте попробуем. Главное сохраниться. Не, ругаются. Че, сейчас отряд кулаков прибежит? Ну да. Нельзя, говорит, их брать. Слушай, чел, ты раздражаешь. Что еще хочешь сказать? Застали тебя, застали. Someone in view of a guard, perhaps unsurprised. Ребят, вы начинаете заё, вот честно уже. Просто надоели уже. Сколько можно-то? Что, делать что ли нечего?
Еще желающие есть? А что, тебя тоже зацепился? Блин. Фигайся. Что, так тоже было? Да, старенчик, ты чё это вдруг? Да нифига себе! Ты чё, парень? Разыгрался, блин! И пошло, блин. А, ты ещё тут, я забыл про тебя совсем. Чё делать будешь? А, то есть пофигу, да? Нормально. Ага, сейчас размечтался. Ты за твой сраный залп. Ну и чё? Чё ты к нему подошёл? Ты его бей. Да в смысле, блин? Ну ты вот, вот сейчас именно решил этим заняться, да? Ё-моё, а ну ты даёшь. Да чё такое, чё не доходит-то? Чё с этим парнем, блин? Стоит он в недоступной зоне, блин, никто до него дойти не может. Давай, добейте его. Чё будешь делать? Да пипец, блин, атлетика-то против неё не прошла, а щитом-то она не сбилась, блин. Это что за мадам такая? Все? Эй, сучка! Тварь, блин. Еще кто-то хочет что-то сказать? Стукачка, блин. Делать никого не трогала. Все было нормально, нет, выперлось. Были люди как люди, и вдруг все стали идиотами. Где тут выхилить с толпой? Мых, ты где? Мышка? Мых. Мыха! Иди сюда, блин! Чё стоишь-то, блин? Тебя позвали. Двигай жопой. Хотя нет, какого хрена? Где у нас тут штука? Нет. О. Так будет немножко правильнее, да? Так, ну чё, давайте утаскивать все, что мы тут раскидали. Доступи в верхний город. Приказ верховного констебля и мастера стен, последователи абсолют, угроза для отцов города, приказ закрыть вход в верхний город. Понятно. Опа! Здрасте. Да ты затрахал, пошла в жопу, блин, а, тупорылые твари. Чё тебе надо, а? Донна Балагур? Отпустить меня.
постоянно мозга-то ебете, блин. Тупорылые твари, надоели уже. Так. Понятно. Ребятки-то заряжены, да? О, это нормальный. Так. Да, вот так, стражи надо. Ага, забрать эту штуку. Так, здесь что? Надо будет отдых тогда устроить один большой. Ну чё, разгружаемся. Нормально, так еще двое лети доцапнули. С нифига. Полезно. Так, тут все. Странно, что не у всех. Ну, эти лети, да, я имею в виду. Только участие. Точнее, не странно, жалко. Угу. Так, это сюда. Так. Кто у нас? Отталки. Нет, я что-то другое смотрел. Скользание, обворожение. Кстати, между прочим, обворожение, мандраж. Между прочим, обворожение, смех смехом, не такая уж плохая штука для Астриона. Да, важно, для Астриона, ребят. Угу. Чтобы обворожить. Угу. Тут, в принципе, тоже все. А, подожди, а вот одни характеристики у всех есть? Да, вот это вот полностью у всех изучено. Угу. Так, что нам надо? Кроме... А, вот что надо. Точно. Тогда давайте-ка, так как у нас Карлах... Давайте, во-первых, обворожение. Вот. Традиционально равно... Ага, вот так. Я не верю, что это будет работать, но пусть. Но пусть, но попробуем. Так. Дальше. Да ты откуда взялся-то, придурок? Ты откуда вылез? А это откуда? Пипец, серьезно, а? Сейчас сюда беженцы понаползут. Делайте. Вы чё сюда попёрли все, алё? Being arrested for theft. If you have a defense, make it. О, это как в Андаиль, да?
Так, ты где? Кто еще? Это начинает надоедать. А куда я промахнулся? Чего? Сказки не рассказывай. Пользуюсь своим другим. Так. Давайте вниз поставим, пусть ее пинают. Тем более она хилится. Нормально мы накидали. Попал что? Да подожди ты, блин. А, мыха. Мыха, сгорай. Здрасте. Ты еще живой? Может, свалишь сам? Не хочешь, да? Класс. Молодец. Усраться можно. Че это за плачки крестоносцев? Испускает атаки союзников. А, атаки, находящиеся рядом с... А-а-а. Прикольно, кстати говоря. Точно, не перегружено. Что ж, аура крестоносца, это, я тебе скажу, весьма похвально. Иди, расскажи морской богине, какой ты крестоносец. Фу. Ну все! Ну сколько можно, а? Как можно вас убивать?
Так. Я устал тут прибираться, блин. Я просто устал здесь прибираться. Мне нравится, как кровь замерзает под водой. Почти все... О! Здравствуйте, чуть шедухар, вдруг решилка, роспись моя. Чё? Чё это он увидел? Какая роспись? А, чё-то... Шедухар чё-то хочет... Чё такое? Подожди ты. Чё она там хочет сказать, друг? Роспись, говорит, моя рука. Может плюнуть на них? В принципе, я так уже все личинки какие мог утащил. Че у тебя там за рука? Та роспись, я уж и не думал, что вижу снова. Мне... Что мне необычно? Но мне кажется, это я рисовала. Я узнаю свою руку. Сколько же времени прошло? Годы. Я столько времени проводил за обучением, прячься от всего мира. Наверное, решил, что должна оставить свой след, доказать, что я существовала, хотя бы для себя. Ну что такое? Еще поговорить? Это Балдур, удивительно, что место, которого я, по сути, не помню, кажется настолько знакомым. Просто бродя по улицам, я понемногу вспоминаю какие-то вещи, эти самые крохи воспоминаний, но для умирающего с голоду даже крошки настоящее пиршество. И какие из твоих воспоминаний больше всего выделяются? Если честно, только не смейся запахи. Никогда бы не подумал, что буду с таким наслаждением вдыхать воздух пристани и маленьких улочек. Я не могу вспомнить ничего конкретного, странное чувство, которое мне даже не выразить словами, но оно меня успокаивает. Хорошо. Наверное. Так. Ну, Орчина тоже утырим. Все перегружены, да? Так, у меня вопрос. Просто уберу все улики. Сейчас пойду, успокойся. Так,
Ну-ка уберу, так сказать, все следы нашего тут присутствия. А тут вот ребята, как бы это сказать, немножко создают неправильную атмосферу. Секундочку. Хотя нет, не секундочку. Последний труп. Извините, что небольшой перерывчик получился, но нужно было избавиться от всего этого дерьмища, от улик, если быть точным, от всех улик. Да, подчиниться, покориться и все такое прочее. Все. Все, следов никаких. Здесь ничего не было. Ау. Черт, все-таки кое-что было, да? Да блин. Ладно. Сейчас. Еще немножко следов осталось. В принципе, можно было, конечно, это. Не париться и. Блин, что такое? Спокойно. Сгрузить всех. В принципе, это патруль, да? Куда ты идешь? В принципе, это патруль. Патруль, я так понимаю, тут прибегает вне зависимости от того, сколько раз его вызвали. Что меня, честно говоря, немножко удивляет. Ну, то есть, как бы, какой-то горожанин орет, прибегает патруль. Замечательно, конечно, но... Как это? Может, все-таки есть какой-то лимит использования? Или нет? Или пофигу? Мороз. Ты откуда взялась-то, ядрить твою? Чего, блин? Ой, японский бог, да как вы надоели, а? Иди отсюда! Сколько ж можно-то, а? И лезут. Да успокойтесь уже, блин. Так, с этим разобрались. Теперь вот этого засранца. Heroes
Надоели. Со своим минус, минус, блин. Ну, на самом деле, просто уже реально надоели. Так. Главное, ты же спрятавшийся. Он даже на тебя не смотрит. Но при этом все равно реагирует. Ну, вот как это? Ну, как это работает реально, без шуток? Че такое? Че? Как это сказать? А, тьфу ты, ёлки. Тут что происходит? Продаться бы кому-то. Все. Осталось буквально два трупа утащить. Турлит кончились, похоже. Ну все. Так, ну ладно. Ну там, да, целая куча всего валяется, но это хрен с ним. Это всякий трэш. Трошачок. Да уж, веселая прогулочка по мосту получилась. Нашли еще один вход к Абсолют. Еще один вход, прошу заметить. Любопытно. Как бы есть подземный вход. А есть вот такой. Так, все. Да хорош скрытности сидеть, заколебал. Так, нам все-таки надо обследовать тот домик. Драки, это, конечно, замечательно. Я бы даже сказал, прекрасно. Ну, блин. Так, что у тебя 70, 13, ракет надо съесть, да? Где она тут 40-ная? Это 60, во. Вот так. Ну, что ж, давайте заглянем. Все-таки вот этот домик-то, который изначально планировали вообще-то зайти. Ага. А тут мы были, да? О, холмик. Холмик, это полезно. Угу. Это Астриона. Это лагерь. Это пусть валяется. Так, здесь у нас что? Так, поиски помощи. Уважаемый господин Многолекий, говорят, вы лучший из лучших, когда дело доходит до создания новых обличий. Это именно то, что мне нужно. За мной охотятся убийцы, я боюсь за свою жизнь. Мне нужно такое преображение, после которого другие будут уже не нужны. Настолько полное, чтобы никто никогда не узнал, что это чинный. Скрываюсь я, надеюсь, ему задача по плечу. Это зависит моя жизнь без подписи. Заказ на формальный костюм. Близится коронация лорда Гарташа, я хотел бы заказать наряд для моей дорогой жены. Обратите внимание, у нее очень четкие требования. Это должно быть платье с одним рукавом, свисающим с левого плеча. Рукав должен заканчиваться на запястье. На другой стороне рукава нет, только оборки. Платье должно быть пошито из тончайшего шелка, никакой шерсти. Талия должна подтягиваться лентой на манер корсета. Подол должен касаться земли, но никакого шлейфа. Оплата будет совершена после получения готового платья. Пошито в точном соответствии с описанием данной выше. Господин Дуренбол, идите нахер. Так, и ценная доставка. Милый Фигаро, камни, которые ты заказал, приехали. Оставил их в твоем подвале, так безопаснее. Скорее смотри. Ага, Аматола. Ой, блин, там забыл. Тут торгуешь, что ли, еще один? Нет. Бутик написано. Бобула Ханверс. Да? Ты торгуешь или как? Моды Многолик, вы не пытаетесь казаться, просто будьте собой. Так что, если вам надо обновить гардероб, думаю, мастер Фигаро. А, окей, а где мастер?
ты не мастер. А, вон он. Нет, вот. Нет, да где? Стой! Да подожди ты! Блин, остановись. Мне кажется, дорогой, что тебе не сюда. Я продаю модные вещи, а не мешки для картошки. А вот это уже хамство. Хамство, дорогуша, заходить в такое заведение в таком виде. У меня стильная клиентура, так что тебе придется провести что-то чуть менее депрессивное, если хочешь здесь задержаться. Ну, знакома с твоей сестрой, она тебе не самого высокого мнения. Что ж, у нас взаимно. Ее товары – жалкая имитация тех нарядов, которые здесь предлагаю я. Если бы она согласилась работать здесь, как хотел наш отец, между нами не было бы раздоров, но нет, и гордыня не мешает. Чем ты торгуешь? Я продаю все необходимое для ухода за внешним видом. Ничего лучшего в Артак Балдор не найти, и уж всякое лучше лохмотьев, которые продают на драконьем перекрестке. Давай. И все. Элегантное платье. Это, кстати, можно девчонкам, на девчонок примерить. Это что такое? Наряд из яркой светлой кожи. Так. Вот так. Ты мне полезен. Да? Серьезно? Подожди, так я ж вроде покупал одежду. Или надо было прямо именно здесь купить? Хм. Интересно. Вот уж не думал. А, можно было сразу. Имею в виду, мода великая привередница, так что обязательно возвращайся. Так, ладно. Это мы сделали. И надо сейчас пойти отдохнуть. Пойти отдохнуть. Посмотреть, будут ли в лагере какие-то диалоги. Я думаю, должны быть. Так. Да, к примеру, Астриона. Ты топай по-быстрому. Забери у него наши бабки. Давай. Он так удачно стоит. Блин! Ах ты ж, ёкаламана. Стой! Да остановись ты! Блин! Ну ты смотри! Ну куда тебя... Ты серьезно? Какой вредный говнюк, а? Да, проблематичный товарищ. Скилл слетел, что ли, уже наставлен? А, нет, наставлен еще осталось. Ну ладно, успел, а то я думал. Да, уж действительно проблематичный товарищ. Так, что у тебя есть, так уж забыл. О, ключ от сейфа. Значит, сейф, это хорошо. Так, ну вот эти всякие... Нижнее белье. Понятно, понятно. Так, краски, блин, ну это... Хорошее на самом деле. Так, ну что, как думаете, смогу, не смогу? Ну, естественно, пошел я в жопу. Ой, вот надо было сначала все-таки... Надо было сначала все-таки денег дать, потом деньги украсть. 17. Много. Сейчас как минимум несколько попыток. Как минимум несколько попыток. Увы, ах. А время уже. Черт побери. А время летит. Как думаете, с какого раза я смогу выкрасть у него эту хрень? Не знаю. Сколько бы тут... Сколько может пройти попыток, прежде чем это получится. Текс. Извините. Небольшой, так сказать, технический перерыв. Так, ну что, пробуем еще раз? Куда ты... Да стой! Так, бам. Ну, отлично. Упер. Так... Краску тоже поукрадываю. Ну, со второго захода тоже неплохо. Голубая с золотом. Охреневший он тварь, да? Нет, тут уж... Чувак раскрашен. По последнему слову.
Ну, я люблю краску на самом-то деле. Так, репутация на максимум. Деньги забрали. Краску поутаскивали. Все позабирали, да? Угу. В смысле? Так, босс. Полетели. Так. Использовали. Полетели. Использовали. Побегут, как думаете? Некому бежать. Все патрули того. Увы и ах. Ничего не попишешь. Сэля и. Ладно, тогда давайте сейчас все-таки в лагерь все дружно поспать. Посмотрим, что там да как. Так, остарёнчик. Остарёнище. Остарёнище. Так, это сюда. Ключ от сейфа это в следующий раз. Это все в лагерь. Так, тебя. Это в товары. Это сюда. А, ну это то же самое, да, по факту? Так, Shadow примеришь сейчас. То есть это то же самое платье, которое у нас уже было, да? Разделить. Так, это в лагерь. Сколько там, кстати, уже бабла? Черт, значит, ну посмотреть. Почти 200 кусков. Нормально, поднакопил. На десяток... Нет. На 6 гарташек хватит. С дубинкой. Так, ну-ка. Ай, сейчас. И не ту нажал. Что ж самое? Да, это то же самое, по сути. А у кого оно, кстати? Здесь что лежит? Да, элегантное платье, то же самое. Ну, пусть у Карлах тогда будет. Карлах, конечно, в нем смотрится немножко своеобразно. Ну да. Прости, Карлах, это не твое это. Так, давайте трамбанем. Все, что здесь есть. Это в лагерь. Это в товары. Что еще? Здесь тоже что-то трамбануть, да? Угу. Ладно, отдых. Так, кнопка ула. Давайте. Может, будет с кем о чем поговорить? Это не точно. Обжора? Бесполезный кусок дерьма. Тоже. Ей-богу, ее надо было скормить этой. Ну и че, забрала бы. Тоже не великая проблема. Так, тут ничего. А, Хальсин хочет что-то сказать? The cup speaks. Ага, ничего. Я на всякий случай всех проверю. Ага. О, что-то сейчас. Рывок такой был, Миша. You've got something. Не хочу. Я до конца не понимал, насколько тяжело, тяжким было мое бремя, пока не встретил себя, угрозу темного проклятия, политика рощи. Начал забывать, кто я такой, но ты развеял туман, спасибо. Все, пожалуйста.
Такой скромный, уверен, ты даже не понимаешь, насколько ты особенный. Но я это знаю. Долго прожил на свете, и многих любил, мое сердце никого взволновать, но сейчас много взволновано. Чего? Что ты хочешь мне сказать? Хочу больше, чем сражаться. Чего? Подождите, мы же это уже говорили. Что это снесло? But I have to know if it can be something more. Так, а он не обидится? Не хотелось бы, чтобы... Ну, подождите, странно, но... Или я тогда этот диалог скипнул в итоге? Чуть не помню. То есть у нас же был этот момент, да, с этим... Не вижу я тебя в этой роли. Still. Ага, ну ладно. Хм, странно. Ну, фиг с ним. Так, шкряб, стой. Hope you're keeping well, friend. Рябушка, иди сюда. Так, Вола, нет, тебя гладить не буду, но поговорить можно. Чем бы ни кончилось, не сомневайся, я все сбежу в точности, как оно и было. У него есть товары? Здрасте. Под самый конец, блин. Появилось. О. Когда вы исцеляете существо, оно получает бонус. Нифига себе. Прикольная штука. Офигеть, а я не заметил, что это шон с товарами. Ха! Вот те раз. Прикольно. Нежданчик, как говорится. Ага, тут все то же самое. Карлах. Hey. Угу. Гейл. Хальсон, похоже, сломался. То есть одно из двух. Либо я тогда как-то при перезагрузках скипнул этот диалог, либо он... Ну да. Либо уже что-то поломалось слегка. Ready and waiting. Угу. Тут все. Whatever happens next, be sure that I will document it all as accurately as possible. Ничего, ну тут, конечно, ничего особенного. Но Астарионова сейчас ограбит. Страшно? Ага. Сейчас будем грабить вализатора. Володо. Да, вы думали. Еще чего не хватало. Честно у него покупать? Ага, сейчас размечтались. Это в лагерь, сюда, наверное, Shadow, тут что, так, мастер Вол уже много лет, балла убийцы, информация, помню, так, это, там тоже в лагерь. Time for discretion.
сейчас. А? Шо? Кто? Че, вообще никакой реакции не будет? Нет, неправда. Идите его заглючил. Все, все, отдых. Прости, Вола, мы уже спать легли, отстань, противный. Просыпаюсь, я арестован, да? Never a dull moment. Вола, ты убежал? Very well. Нет, Вола не убежал. Странно. Так, ну в принципе, кроме разговора с Хальсином, тут, в общем-то, ничего и не было, да? И вот он опять здесь. С, в принципе, полезным набором, да, так? Ну это приятно, что у нас тут такой торговец появился. Это прям удобно. Ладно, тогда... Че, сейчас надо будет... Я сейчас тогда восстановлю все свои эти... Ну вот эти... Да, этих персонажей восстанавливаю и так далее. Вот. Ну, собственно, и чего. И в следующий раз там продолжим. В домике мы были. В этом были, значит, надо в другую сторону от этого дома идти. Спуститься вниз, где Шедухар там что-то увидела, почувствовала и так далее. Ну, в общем, будем двигаться дальше. К неминуемому концу. Уф. Ладно, что, народ, на этой, в общем-то... О конечной ночи. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Дискорд, на донаты, на Яндекс.Дзен, на группу ВКонтакте. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу. Девушек, чмокаю щечку. Увидимся в следующей серии. Baldur's Gate 3. Где-то на 98% безоговорочная форева. Про лайк и комменты сказал. Донаты на ваше усмотрение. Как-то так.